В 2003 году в стране насчитывалось 7660 сел. В настоящее время это число сократилось до 6322. За 17 лет 1328 сел были стерты с лица земли. Будущее еще почти 3000 населенных пунктов неизвестно. Этот вопрос, волнующий партию АУЛ, на сегодняшний день остается актуальным. Сейчас все программы для развития сельского хозяйства имеют финансовую поддержку со стороны государства. Для этого нужно уметь эффективно организовать работу. Главное – повысить экспортный потенциал отрасли через переработку продукции. Тогда доходы будут увеличены, а сельское население будет занято. В населенных пунктах, позже присоединенных к Шымкенту, возможно увеличение интенсивного садоводства и откормочных площадок. С этой целью члены партии встретились с фермерами города, выслушали волнующие их вопросы и включили их в предвыборную программу. У всех нас одна цель. Мы все будем служить народу. Сейчас мы проводим много мероприятий среди населения, так что народ нас хорошо знает. Поэтому думаю, что в предстоящей кампании народ поддержит нашу партию.